гармонично и сбалансированный, с мягкой и слегка похрустывающей основой, сливочно-карамельным вкусом, ароматным бананом и нежным кремом из взбитых сливок. Всем привет! Вы на канале Бисквит. Делюсь рецептом простого и очень вкусного банафи пай. Для основы потребуется 250 грамм песочного печенья. Измельчите его в крошку с небольшими кусочками, измельчителем, руками или скалкой. Печенье можно брать как магазинное, так и домашнее. Ссылочка на рецепт домашнего печенья в описании. В крошку добавьте 130 грамм растопленного сливочного масла. Перемешайте. Должна получиться консистенция мокрого песка. Переложите печенье в разъемную форму или кольцо диаметром 20-21 см. Распределите печенье по форме. Утрамбуйте серединку и сделайте бортики. Уберите в морозилку на 15 минут. Пока основа застывает, порежем кружочками 2-3 банана. Толщина каждого пластика 5-7 мм. Из 180 мл жирных сливок и 2 чайных ложек сахарной пудры взбейте крем шантильи до крепких пиков. В остывшую форму выложите 300 грамм вареного сгущенного молока. Равномерно распределите по дну. Выложите кружочки бананов в 2-3 слоя. Отсадите крем поверх банана. Уберите в холодильник на 1 час. Выньте пай из формы. Посыпьте сверху шоколадной стружкой. Полейте карамелью. Банафи пай – английский пирог. Это десерт, приготовленный из печенья, сгущенного молока, бананов и взбитых сливок. Пирог готовится максимально просто, а получается невероятно вкусным. Мягкая, с легким похрустыванием основа из песочного печенья, сливочно-карамельный вкус сгущенного молока, ароматные яркие бананы и нежные, с легкой сладостью взбитые сливки. Вкус банафи гармоничный и сбалансированный по сладости. Обязательно попробуйте этот пирог и оцените рецепт. Готовьте вместе со мной и всем пока!